Саш, поздравляем с победой. Сочи в этом году два раза уже дома сыграли, оба раза сложные матчи. Что скажешь по сегодняшней игре? Почему такой, во-первых, маленький счет, но и за счет чего победа все-таки пришла? Спасибо. Ну, я думаю, то, что команда хорошо играла, и наши, и они. Ну, много моментов не реализовали, много бросали. Были хорошие моменты, но только получилось в конце в большинстве забить, я думаю. Поэтому нужно реализовывать свои моменты раньше. Можно сказать, что это была игра за 4 очка, потому что и мы, и Сочи так сейчас вне зоны плей-офф, но на расстоянии там вытянутые руки друг от друга. Я думаю, что для нас сейчас каждое очко важно, поэтому мы стараемся побеждать, чтобы подниматься в турнирной таблице и как-то наладить свою игру. Ты сегодня играл в обновленном звене с Денисом Алексеевым, в частности, и неплохо так взаимодействие с трибуны смотрелось. Что-то успели наиграть вот между играми или так импровизация больше присутствовала? Ну, мы с Денисом еще давно играли, поэтому, ну, какой-то, не знаю, связка у нас может есть. Поэтому, я думаю, хорошо сыграли, много моментов создали, и Тёма нам помог, и хорошо взаимодействовали вместе. Саш, ну и вопрос в целом по домашней серии. 3 игры, 2 победы, 1 поражение. Но поражение, наверное, более чувствительное, да, и оно так сейчас как-то давлеет. Но, тем не менее, какие эмоции остались от этих матчей и что можно отметить, может быть, в плюс команде? Ну, хорошо, что большую часть игр выиграли. Конечно, неприятно проигрывать еще, не забивая голы. Поэтому я думаю, что хорошо провели домашнюю серию, но могли, конечно, лучше.